Привет! Выходные совсем близко, а значит, самое время подумать, как лучше всего их провести. Какую программу подготовил город, разберемся вместе прямо сейчас. Поехали! На этой неделе экзотичная пятница. В Самаре открывается фестиваль японского кино. Поговаривают, что в город прибудет министр посольства Японии в России Ямамото Тосио. Фест растянется на 3 дня. В программе уроки по японскому языку и культуре, мастер-классы, спектакли, концерты и, конечно, показ фильмов. Начало в пятницу в 16:30. Куйбышева, 105. В субботу в полдень загородный парк будет ярким и громким. Празднуем День дружбы народов. Этнофест «Все мы Россия». В программе мастер-классы, народный театр, Эйнштейн-пати, танцевальный баттл, концертная программа, этноквест, фестиваль национальных свадеб, бесплатные развлекательные площадки для детей и многое другое. Загородный парк – это праздничная площадка на все выходные. В воскресенье здесь откроют фестиваль песни «Облака». Начало в 11. Выступят и совсем юные музыканты, и профессиональные группы. Музыкальный праздник продлится весь день. Музей «Модерна» приглашает на лекции московского музыканта Сергея Бурлаки. Расскажет о классической музыке, научит правильно слушать и получать удовольствие. Начало в 15:00, в субботу и воскресенье. А на этом все. Проведите свои выходные ярко. Всего вам доброго. До встречи.